Мир музыки, танца и песни. Творческое объединение «Кристалл» из поселка Удачный Мирнинского района открывает новый сезон. Первый концерт был похож на импровизированную съемочную площадку. На сцене собрались несколько сотен юных артистов. Ирина Балкова с подробностями. Мир музыки, танца и песни. Творческое объединение «Кристалл» открыло свой новый сезон. В этот раз сцена превратилась в съемочную площадку, где режиссер и его помощник кадр за кадром снимали настоящее кино. Идея очень хороша, она понравилась изначально. Конечно, образ режиссера, который вот мне досталась эта роль, он сборный. По чуть-чуть, я думаю, что каждый из наших режиссеров узнает в этом образе себя. Поэтому, наверное, ощущение удовлетворения от того, что сыграно и как прошел сегодня наш концерт, конечно, есть. В концерте принимали участие около 150 человек. Сцена буквально ломилась от такого количества юных талантов. Да и зритель не подвел. В зале не было ни одного свободного места. Сложно работать на пустой зал, когда нет отдачи. Сейчас, в этот раз, отдача была замечательная. Присутствующие в зрительном зале получили от концерта уйму положительных эмоций. Позитив полный, ну и все остальное тоже записываться, будем на танцевальный. Юные звездочки впервые поднялись на сцену и торжественно поклялись заниматься упорно и с полной отдачей сил. На радость родителям и руководителям. В коллективах творческого объединения «Кристалл» насчитывается около 400 человек. И желающих с каждым годом становится все больше. Ирина Балкова, Ольга Мукатаева, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».